Семь пис. И сегодня мы проходим Айзека. Как ты говорил, фулл экран? F? F. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Поставь русский язык. Помни все эти language. Вот. И Found Hood включи. Ты на тот сейв зашел? Да, у меня все три сейва, и там все типа стерлись. У меня был сейв проект. Почему все стерлись? Не знаю. Долинный сад. Грязь. Бежим. Вот так. Они в костер умирают? Да. Могут секрет потом с первого упадать? Да. Зачем? Будут сокровища со скрещами. Герцог Мюх. Нажми на тильду. Нажми на тильду. Да ё или куда? Да. А я нажал. А, значит, там вот такой есть. Ладно, иди дальше.
Назарус. Интересно, какой там подземелье запах? Какое мясо еще? Зуб мясо. Зуб с дьяволом. Может туда заглянуть? Сейчас. О, смотри! Сделка с Госвом 36. Вот и все, минус бот. Мамку убей, Елё. Господи. Вот, ключ сразу на сундук. Вот. Повезло. Очень повезло. Взорви костры эти, наверное. Сокровищница или еще раз сундук? Сокровищница, сокровищница. Ты же уже его открыл, ты че? Зачем тебе еще раз открыть? А вдруг он тебе? Он пустой, алё, ты его открыл уже.
в радиусе какого-то определенного тебя все будут бояться. Я тебе уходить.
Молодец. Надо было. Ты не мог просто R зажать английскую? Он бы тогда, наверное, за Айзек взял. А, ты взял удар нам. Range down. Что делаешь, отшельник? Отшельник... Девятая? Да. Типа телепортирует куда-то там... Короче, куда-то там тэп. То ли в магаз, то ли в кровищницу. Джокер. А. Кстати, я им был один раз сегодня. Ты, по-моему, ничего нужного тебе нет. Вроде как. Всё. Чё это даёт? 2 хп спавнится. Императрица даёт игроку эффект от... Типа увеличивает урон, короче, просто. На одну комнату. Ладно, возьму еще раз Джокера. Чекаем, чекаем. Гвоздь, тренинг, точно.
что это за книжка, не знаешь? По-моему, что-то за карточки отвечает, за карту. Да, дает тебе рандомную карту вроде как. При использовании. А, книга сказок. Вот такая там ставка прикольная. С глазиком. Кажется ли у меня бесконечный жокер? А ты играешь теперь за Джудаса. За две монеты. А, он на одну комнату их делает. И на один этаж. Они же пусть еще. Это херня первая, вроде как прикольно. Просто обзор. Серафим, это вообще херня, кстати, для такой спутник. Он вместе с тобой будет, должен стрелять, по идее. Нет, не знаю, потому что сейчас, скорее всего, лазер. Ну, давай.
это за жопу? Это Анна. Типа твое отражение. А, нет, ну, ты и указываешь на меня. Супер полезный енотик вообще. Мало, все равно дали. Там вообще мало. 0.50. Что это за монета? Ты не помнишь? М? Ты не помнишь, что за монета? Какая монета? А компас, точно. А это что у нас? О, это прикольная тема. Встань на месте, не двигайся. А, нет, не то. Что если бросить? Кью нажми. Ну я нажимаю кью.
Вот молодец. Темноту в комнате. Сломай еще одну. Темно так жестко. Как страшно. Во. Окей. Типа как шипы.
Макс, это скелетный ключ? Не знаю, нет. Да ну, может, да, может, нет. Это школа. Он тебе вынял все, что можно. Так все. Мне не постоянно понимаешь смысл таких. Что-то на тебе меняется.